Всем привет, народ! Сегодня я вам еще хотел показать одну зарядку из Китая на 2,1 ампер и 5 вольт. Взял ее для своего телефона Xiaomi Redmi 4 Pro. Вот такая стандартная с ним зарядка шла. Это американская. Тоже пишет, сколько там. 5 вольт и 2 ампера, да? Вот видите, с этим переходником она очень огромная получается в сравнении с той, что я взял с AliExpress. Здесь тоже 5 вольт, 2,1 ампера. И прикол у них в том, что это из Китая, намного заряжает быстрее мой телефон, чем это. Если не знаю, в чем фишка. Оригинальная зарядка заряжает телефон где-то с 0 до 100 за 2 часа, ну 20 минут, 30 минут, когда как. Это заряжает где-то за час 55, за 2 часа. Не знаю, может этот 1 ампер решает или как там. Или что за фишка. Прикол этой зарядки еще в том, что у нее есть два выхода. Ну думаю, если подключать два телефона, тогда будет по 1 амперу на разъем. То взял себе телефон Xiaomi и всегда пользуется этими переходниками. Я рекомендую взять лучше этот адаптер. Он меньше, компактнее. Но в нем есть такая фишка, что он очень нагревается. Иногда берешь в руку, аж печет тебя. Но думаю, ничего страшного. Зато заряжает быстро он. Стоимость этого адаптера $2.84. Пользуюсь теперь всегда ним. Взял еще себе USB. Я там где-то делал обзор, когда-нибудь закину посмотреть. Только не пользуюсь. Пользуюсь вот стандартным USB от Xiaomi. Вот две штуки у меня их. И вот этим адаптером для зарядки, так как он заряжает на полчаса быстрее. Или может это из-за этого переходника он теряет мощность или что, не знаю, в чем прикол. Но на деле он немного быстрее. Всем спасибо, кто смотрел. До следующих роликов, пока.